Уважаемые граждане, давайте будем беречь нашу природу. И вот такие возгорания, они чреваты большими потерями. Во-первых, рядом находится населенный пункт, жилой сектор. И при стечении определенных обстоятельств, это ветер, сила ветра, такой пожар может легко распространиться на жилые дома. То, что это дело рук человека, сомнений это не вызывает. Абсолютно никаких, поэтому неосторожно брошенный окурок, разведение костров, присутствие в такой вот легко возгораемой местности, оно крайне нежелательное в данное время. Хотя у нас особый противопожарный режим еще не введен, но тем не менее противопожарный режим уже как таковой, он существует. Это вот с момента схода снежного покрова до появления новой зеленой растительности. Вот этот особый противопожарный режим, он подразумевает чуткое, бережное отношение к природе и к тому, где вы находитесь. Потому что здесь вот до беды оставалось буквально немножко. Слава Богу, что ветер был не в сторону жилых домов, и удалось вот этот пожар локализовать. Таких пожаров за прошедшие сутки было зарегистрировано уже не один и не два. Группировка МЧС Российской Федерации пользуются услугами спутника, которые в ежесуточном режиме несколько раз фиксируют термальные точки, которые показывают большое количество возгораний. И увидите, что несмотря на то, что позавчера прошел дождь, тем не менее прошлогодняя трава высокая, она сухая, стоит сухая погода. И самое главное, что она ветреная. И вот этот ветер может натворить вместе с огнем очень больших бед. Уважаемые граждане, воздержите себя от походов в лес и соблюдайте правила обращения с огнем.